утра, зарядка, 9 утра, завтрак, первая пара, второй завтрак, вторая пара, обед. Ой, уже обед? Упс, проспали. Ребят, помогите, я поранился. Что же делать? А давайте приложим подорожник. А давайте лучше на стол. А давайте! Оль, а где же Коля? Кто-нибудь знает? Нет. Ну и ладно. Сейчас придут вожатые, надо выбрать одну. Молодой один. Итак, такой маленький-маленький вопрос. Корень из 121. 2-0. Больше ЦСКА. Помада. 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 Так, ладно, понятно. Солнышко? 11-11. Ну, да, ладно. Это, конечно, все хорошо, но нет, они не подходят. Конечно, да, есть красивое. Есть спортивное. Есть задумчивое. Жизнерадостное. И умное. Но они все не подходят. Потому что Саша у нас одна. Да боже, не знаем мы, как моделировать. Я не понимаю, как это вообще произносится. Игорь, а ты знаешь, как это делать? Ну такое. А ты можешь нам помочь? Да. А что для вас значит наш отряд? Для меня это дружная команда. Сложный отряд. Генераторы идей. Сложный пазл. Друзья, сила и мощь. Те, кто всегда поймут. Опора и поддержка. Пещера, в которой можно спрятаться от грозы. Одна большая и очень дружная семья.